Эдичка! Эдичка! Эдичка, просыпайся, Эдичка! Да я не сплю, не сплю. Что такое, Жека? Короче, я тут решил погулять с нашими паучками. Так вот, Иннокентий, короче, учуял одежду. Иннокентий рассказал об этом Анжеле, а Анжела нашептала мне, ты прикинь? Нифига себе, умные пауки, с тобой разговаривают, да? Прикол. Да, ты понимаешь, до улицы уже минус, я не могу, мне холодно, у меня уже коки мои замерзли. Какие коки, Жека, нормально, прохлады немного, все нормально, будем так ходить, в рубашке, все нормально, ты Жека. Ты издеваешься? Ты издеваешься, на улице снег, а ты в рубашке ходишь. Ты что, хочешь простудиться? Ну, я люблю холод, не знаю, как ты, что ты любишь, я не знаю. Ты любишь холод? Ну да. Капец, ребята, прикиньте, он любит холод. Вот ставьте лайки, если вы любите, когда тепло. Да не-не-не, какие тепло. Ребят, ставьте большие пальцы вверх, если любите холод. Когда холод, согреться-то можно, когда жара, что ты сделаешь, а? Ой, вот знаешь, вот и сиди, вот давай я сейчас тебя в снег засуну, ты там будешь сидеть, вот, если нравится. И засуну, пошли. Ну ладно, ладно. Тупо за компанию с тобой скажу. Пошли. Так, все, Анжела, пойдем. Анжела. Так, Анжела меня. Где я? О, прошел. Так, подожди меня. Короче, иди за мной, Анжела нас проведет. Так. Они просто такие толстые нафиг, я вылезти не могу. Опа! Я вот тоже не могу, я не могу. Я вот все. Жека, я тебя жду. Подожди меня, Анжела слишком много пайп кушала сегодня. Я понял. Давай, подпрыгни! И все нормально будет. Да, молодец. Хорошо. Так, давай, веди меня, веди. Так, ну вообще-то это Иннокентий учуял, поэтому давай пусть Иннокентий ведет. Я Анжелой буду. А что мне делать? Он сам меня вести будет? Да, он сам тебя будет вести. Да. А что ему, какая команда? Как ему приказать? Как команда? Иннокентий, занюхай что-то! Кент! Кент? Иннокентий Кент. О! Пошел, Жека! За тобой, бегу! Ты смотри, как он побежал, как рванул-то! Вот, как, я его нарисовал, видишь, как, вот. Куда он меня ведет? Ой! Так, он застряк. Сейчас, дальше. Ой, попрыг. О, смотри. Давай! Так, бегу! Смотри, он что-то кружляет. Наверное, потерялся. Так, может, это здесь? Вот, смотри, вот написано, здание портного. О, замечательно. Пускай они тут стоят, да? Да, давай я тоже его попаркую. Давай. Главное, чтобы не убежали, пока мы ходить будем. Ой, это не... Смотри, что-то побежали куда-то. Да, пускай, не знаю... Ладно, Анжела мне не придаст. Так, здание портного. Как нам сюда забраться, Жека? Так, ну давай попробуем, может быть... Давай старый проверенный способ. Стукни с башкой об двери, откроют 100%. Ой, знаешь, вот у меня уже после прошлых родов, у меня уже просто голова не выдержит, понимаешь? А ты где? Да, вот тут наблюдаю за тобой, смотри. Опа! Вот так. Ты просто такой маленький. Да, так. Кто бы говорил, да? Так, Жек, как нам туда забраться? Слушай, смотри. Тут видишь, между домов какая-то есть гирлянда. Какая гирлянда? Смотри, Жека, там камин есть. Может, мы через камин, как Дед Мороз какой-то? Так вот я тебе говорю, может, мы по гирлянде залезем. Давай на крышу, а потом в камин. Да, пойдем. Пошли. Так, Иннокентий, стоять, Иннокентий. Да пускай гуляют. Так, как... Вот тут мы заберемся. Давай попробуем тут забрать. Ой, так. По лесочкам. Сейчас куда? Еще выше? Подожди меня. Да, еще. Какие еще выше? Вот сюда. Ой, сейчас. Так. Давай. А вот смотри, Джек. Я говорю то, что это слишком высоко. Я упал. Ну давай, я буду с тобой смотреть. Ты справишься. Ванечка, ты уже забрался. Да, какой ты быстрый. Да, все, вот ты там наблюдал за пауками, я забрался. Так. Не прошло я полчаса, я уж проголодался, пока ты там лазил. Не умничай, пошли. Так мы сейчас за одеждой, мы сейчас не за хавчиками идем, так что успокойся. Ну а я проголодался, я вообще тут в снегу стоял, у меня вообще я не чувствую. Палец, да. Ничего не чувствую. Ладно, не жалуйся. Вот сейчас оденешься, все будет нормально. Так. А портной точно нормальный? А то я люблю только фэшн одежду. Фэшн? А я откуда знаю? Ты же его нашел. Ну ладно, Анжела нашла. Вообще-то Иннокентий нашел. Иннокентий нашел? Ну это не знаю. Ладно, пошли. Так, пойдем. Мы через камин, да, залезем? Ну, наверное. Ой, ты где я, Жека? Где я? Я не знаю, где ты где-то в попе. Ай, ты вытащите! Извини, я тебя как смогу вытащить. Так, давай сюда. Давай теперь за мной сюда. Где ты? А, вот сюда наверх, да? Подожди, а если камин горит? Вот ты не думал, если мы... Ну посмотри, если горит, я туда не буду идти. А как мы посмотрим, да, отсюда? Вроде бы дыма нет, можем идти. А ты уже полетел? А ну жди меня там. Да, давай. Так, ну чё.
Опа. Ниже не... Ой! Ну, тихо там, спокойно, куда ты так рванул, а? Ой-ой-ой! Мы сразу вылетаем из него. Главное, чтобы его сейчас никто не поджег, когда мы вот тут находимся. Тихо-тихо-тихо-тихо, тут портной сидит. Так, я спускаюсь, опа. Давай. Твою мать, она там шьет что-то, Жека. А может это он? Да я знаю, ну давай ближе подойдем, посмотрим. Не-не-не-не-не. Не хочешь, ну ладно. Смотри, какая тут обстановка уже новогодняя. Снеговики всякие. Прикольно. Слушай, подожди, а где нам взять одежду? Может тут в ящике есть? В ящике ничего нет. Ничего? Ну смотри, тут кожа какая-то, может просто закутаешься в эту кожу, все нормально будет? Нет, я говорю, я люблю только фэшн. Фэшн. Ну ладно, пойдем. Кстати, то есть, только тихо. Вот смотри, смотри, Жека, смотри, иди сюда. Ага. Видишь, там труселя мамашки висят? Вот видишь, вот там, наверное. Да, я такое носить не буду, я пошел на второй этаж. Это же там, да, вот я... Ладно, не хочешь, ну ладно. Старикан, ничего не понимаешь в моде. О, тут есть пианино. О, а ты играть умеешь? Да я не достану просто там, сложно. Ну ладно, тут попрыгать тут можно пойти. Опа, так, нормально. Так, подожди, нужно осмотреть все ящики, а ну-ка осматриваем. По-любому должны быть здесь какие-то тумбочки, в этой нет. Я нашел! Где? Капец, одежда для циркового. А где ты вообще? Ты смотри, на кого я похож теперь. Блин, где упал ты? Еще. Ты смотри, на кого я похож. Это вообще что такое? Это не фэшн, я не это имел в виду, когда говорил фэшн. Ну, а тепло хотя бы? Ну, тепло-то тепло. Да, ну, это самое главное, тепло. Так, значит, мне еще, да, найти надо? Так, ну давай ищи, я тебе, может, помогу. О, нашел, Жека, нашел, смотри. А ну-ка где? Вот тут, только я не знаю, что это за... А, ну давай спустимся, я там переоденусь. Ну-ка, давай. Ну слушай, я бы сказал, что ты лучше выглядишь, чем я. Что это за какая-то японская народная одежда? А что это какой-то галстук, не какой-то горизонтальная одежда? Это не галстук, это какая-то... Это подтяжка, я понял, ты просто толстый. Это пижама какая-то японская, ладно. Ты толстый, все понятно, уже спадок. Конечно. А, наоборот, ты слишком худой. Да. Так, ну в принципе, а что ты хотел? Зато тепло. Да. А когда мы теперь вернуться? Подожди, а когда вернуться? Камин-то, это мы вверх полетели. Ну, ты... не знаю, давай спустимся на первый этаж, может там что-то найдем, может мы там пропустили что-то. Не, по-любому, вот смотри, во всех деревянных домах водятся крысы, вот я уверен, они по-любому там прогрызли. Думаю, ну ладно, давай посмотрим. Ой, так. Ой, а чё мы сразу до этого не додумались, а? А через камин забирались. Ну, понимаешь, мы с тобой... Потому что мы сначала жопой думаем, да, потом головой. Ну, понятно. Так, понятно. Да. Так, может, под ёлкой, если не знаю. Под ёлкой, подарочки. Слушай, а вот у меня есть зажигалка, может, спать? Не-не-не-не-не-не-не. Портная нам или портной так и не разобрались, подарила там вещи, поэтому оставь её в покое. Так. Ну ладно. Может, давай всё же посмотрим, кто это. Я боюсь. Смотри! Смотри, у неё... Ты не туда смотришь. Да, у неё губы накрашены, это она. Это не он, Жека. Да может это так свистит. Ну ладно, все. О, кстати, дырка. А вот, что ты мне не сказал? Я тебе только что сказал, что здесь дырка, а ты смотришь на свои губы эти. Ладно, пошли. Вот и иди к своей портной. Так, дальше что? Так, ну, в принципе, можно под елочкой походить. О, смотри, тут еще проход, вот сюда. Главное, чтобы там крыс не было всяких. Да ладно, у нас пауки есть. Они пожестче. О, выход, улица. Смотри, уже темно. Так, не хочу я ночью гулять, еще холоднее будет, поэтому давай. Анжела! Так, Анжела, где? Дай я выберу. Я вижу Анжелу! Анжела, беги ко мне, иди, пока. Нет, это Иннокентий, это не Анжела! Это Анжела! А Иннокентий не так выглядит, я смогу отличить свою Анжелу от его тупого Иннокентия. Твоя Анжела тупая, а не мой Иннокентий. А где мой Иннокентий-то, а? А что ты понимаешь, это вот это Анжела? А если он потерялся? А не, я его вижу! А ну стоять! Давай, Жека, за мной! Меня Анжела затоптала! Вот видишь, твоя Анжела тупая, а мой Иннокентий умный. Вот смотри, он меня не затопчет сейчас. Ну что, Женечка, насыщенный денек выдался, да? Пора домой топать. Да, а где дом? Я потерялся. Я все помню, иди сюда. А, кстати, смотри, иди сюда, Жека, смотри. Там еще паучина, только она агрессивная! Ну-ка, беги! Он забрал моего Иннокентия! Я, короче, домой! Иннокентий дерется, Иннокентий сражается! Да! Иннокентий выиграл! Нифига себе какой! Это точно Иннокентий? Может, ты меня обманываешь?
Не, это Иннокентий. Там еще скелет, быстрее, ну быстрее, Витечка, зайди. Да я не могу, так и Иннокентий, стой. Ладно, пофиг, пусть Иннокентий гуляет, пусть Иннокентий гуляет. Ага, что, чтобы его ночью сожрали, да, другие муравьи. Да я вот... Во, все, так, давай все, домой. Давай, направо, я налево, все, давай. Фу. Да запрыгни ты, Жека, может... Она убегает. Кто убегает? Она убегает от меня. Анжелка? Да, Анжелка не хочет припарковываться. О, все нормально. Анжела, стой, Анжела. Она по мне прыгает. Тупая Анжела. Давай, давай, я тебя уже жду, закрывай. Закрой за мной, пожалуйста. Ты издеваешься. Ну. Пожалуйста. Она не хочет. Она ой. Ой, да закрой ты. Она прыгает, прыгает по мне. Нормально. Жека, Жек, я устал, давай быстро спать. Офигеть просто. Ты устала, у меня просто, я весь в иголках, у меня Анжела попрыгала. Пипец какой-то. Все, я спать. Я тоже. Я что-то замучился сегодня. Это моё место. Касторчик разведёт. Ты что, дурак, это же сено! Ой. Да. Поставь на место. Все. Костёрчик. Все, Жек, отстань, я спать. Все, давай. Все, давай, спокойно. До завтра.